Всем привет, меня зовут Павел Балов и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами продолжим играть в игрулю под названием Cry of Fear. И я надеюсь, она не будет больше нас так сильно пугать. Он запер дверь. Как помните, мы в прошлой серии нашли какого-то чела, который сбежал. Он запер дверь, нужно найти другой путь. Окей. Очевидно, нам сюда. Бляха, ты кто такой? Пошел нахер. А, кстати, да, у нас в прошлом серии слетели звуки выстрелов. Походу. Я не знаю, что с этим сделать. Ой, пошел нахер. Чё? Ай, ай, ай. Сейчас задолбит меня. Это что за говно тут ползает, ёпарасоте. Так, шприц. Хилка, хилка. Ушлёпок, а. Так, пистолет. В руки. Так, звуки пистолета вот совсем пропали. Ладно, хрен с ним. Пока так побегаем. Без выстрелов. Просто будем пугаться. Он бежит, сука, бежит. Ушлепок. Так, здесь что у нас? Давай, вылезай, если тут есть. Я всех тут сейчас наделаю, понятно? Что такое? А, это просто ручка. А, кто-то откуда появился вдруг внезапно. Обойма для пистолета. Вот и хорошо. То есть мы проходили первый раз, ее не было. Алло. В смысле? Не понял юмора, почему мы вернулись обратно в комнату. Но, видимо, это так и должно было быть. Так, что за звуки? Люблю эти коридоры, в них полно FPS. Давай отсюда сейчас кто-нибудь выберется, да? Скотина. Так, нам нужно взять в руки телефон, что ни хрена не видно. Ну, точнее, видно плохо. Вроде здесь никого нет. Поэтому черт с ним. А нам вперед. Нам только вперед. Уже, кстати, не так страшно, если честно. Уже совсем наплевать на монстров, на все такое. Интересно просто, к чему приведет нас эта игра. Так, ладно, идем в дверь. На улице. Вот сейчас будет лагать. Хотя вот эта версия, она вроде меньше лагает, чем предыдущая. Улица. Фонарь, аптека. Мы покупаем вазелин. Так. Ай, ой, 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 ой. Нихера у вас тут, поцаки. Бежим, бежим. Идите нахер. А! Черт возьми. Ёпрасоте. Хана вам. Так, еще минус два. Звуки пистолета, жалко, нету. Как быстро похудеть, депрессия. Похоже, что это статья за прессию. Начини, звони сегодня. Окей. Нам, очевидно, нужно вниз, но может быть нам нужно позвонить куда-то. Я не знаю, почему она полагала. Так. Ладно, это берем. Да ладно, ладно, понял. Все, все, понял. Нельзя это сделать. Идем вниз. Дверь заперта. Блин, надо было заполнить этот пароль, видимо. Видимо, этот номер, это пароль. 543-214, да? 543-214. В смысле? Алло, 540. Блин. 543. 543. 200. А как? Какой тогда у нас пароль здесь? Где я его должен, по-вашему, искать? Окей, давайте еще раз посмотрим на это дело.
Не тяни, извинись. Чуть знакомо. 543-214. Как, ты чё, и чё мне сделать? Ёпа, красота. Может быть, у нас есть... так, у нас, может быть, есть день записи, а не... Нет, у нас только про то, как он резал детей. Это другое. Очевидно, где-то придется искать. Только где и что? И как? Полицейская дубинка. Круто. Теперь у меня есть полицейская дубинка. Кто еще из вас может этим похвастаться? А? Скажите ко мне на милость, у кого еще есть полицейская дубинка? Так, ладно. Блин, вот опять начинается. Пробеги сюда, беги обратно, ищи. Что-то где-то должно быть. Что-то где-то, видимо, я упустил. Возможно. Давайте по-быстрому сейчас просмотрим. Просто по-быстрому просмотрим. Вот поэтому игра и будет долго-долго записываться. Долго-долго вестись. Как будто кто-то что-то жует. Кеды. Кстати, почему у нас... А, нет. Показалось, как будто, знаете... Как будто до сих пор включен мобильник. Но это не факт, поэтому идем сюда. Нихера себе. Вот это прикол. Вы только посмотрите-ка сюда. Или это что? По-моему, я схожу с ума. По-моему, эта дверь куда-то не... Туда. Что такое? Я вообще не понимаю, где мы. А, нет, все, понял. Я сейчас просто вообще затупил. Так, здесь есть какие-нибудь циферки или подсказки? Скотина. Нет смысла возвращения наверх. Окей, ладно, значит, подсказку нам надо искать где-то там. Скорее всего. 543-214. Но, блин. Цифры-то всего 4 надо. Трупецкие пропали. Так, 3-214. Как открыть-то ее, блин? Так, блин. Окей. Так. Так, стоп. Короче, вот что надо сделать нам. Так, взять Z. 513-214. Или нет, какой там номер? 543-214, ага. Я, короче, узнал. 543-214. Окей. Алло? Алло? Кто это, бля? Иди вслед за несправедливостью. Не уповай на свет. Тьма твой новый хозяин. Что? Цифры. Запомни цифры, и тебе удастся пройти. Что за бред вы там несете? Пожалуйста, мне нужна помощь. 5, 2, 4, 7. О, господи, да помогите же мне. Да, вот что. Короче, опять я протупил. Но в итоге все решилось гораздо быстрее, чем в прошлый раз. 5, 4, 2, бля. 5, 4, 2, 7. Нет? Бляха, я забыл. 5, 2, 4, 7. Сейчас вы знаете. 5, 2, 4, 7. Сейчас бы это говно еще не записалось, то я бы вообще бы офигел.
Ладно, идем дальше. Блин, ни хрена не видно. Две руки. С вот этим вот. Вот так вот это можно сделать. Так, идем. Что-то какие-то комнатки неуютные, знаете ли. Блять, ты что делаешь, мудак? Сука. Ебанат, блядь. Что так темно-то? Мать вашу, кусал. И мне кажется, знаете, кто здесь может вылезти на вас? Вот те бабы, которые вот из звонка, из-за которых ты умираешь. Нет, спасибо. Блядь. Не шумите. Ага. Вот нам тут лестница. Сука, это кто? Блядь, это что такое? Это пылинщик опять? Это кто? Это что? Что нахер еще за звуки? Хватит шуметь. Я тут вообще-то подремать планировал. Пусто. Пусто. Выросла капуста. Здесь пустота. Блять, это что за звуки-то такие? Кто меня там напугать решил? Так. Окей, полезли. Полезли. Так, одну секунду. Так, пардон, мне звонили по делам, по починке компа, который я собирал недавно. Уже, да, его надо чинить, так что это и так, ерунда. Линия, ну ладно, едем дальше. У нас здоровье-то нормально еще, вроде, сойдет. О, у нас есть где сохраниться. Я, кстати, не знаю, сколько я записываю эту серию. Если она получится слишком долгой, то уж не обессудьте. Ой, ой-ой-ой. Блять! Так, сдох. А, у него еще цепи надо сломать. Сучка такая. А если ему стрелять в голову, то он сюда не умирает. Ладно. Будем знать. Ага. Так, умер. Надо будет попробовать в следующей серии потом решить проблему с пистолетом. А чё это ты не перезаряжаешь ты его? Блин, плохо. Если он в двух руках, то он не перезаряжает его. Окей. Надо сделать вот так вот. Две руки с вот этим. И будем бить всех дубинкой. Ай! Ох, ты башку меня бьешь, сука такая. Ну на, иди сюда. Бля, я там двое, что ли? Сука, их там двое, блядь, они же меня запиздят. Пошли нахуй. Блядь, все, они меня запиздили. В угол зажали и запиздили. Блядь. Иди нахуй. Нахуй иди, сука, блядь. Ах ты в рот, блядь. Ну ладно, сейчас я тебя напизжу. Так, перезарядиться. Пиздовать. Идите нахуй, нахуй, нахуй. Нахуй идите. Ну-ка пошел ты. Сука! Так нечестно, блядь. Ебать. Ва-а-а-а-а. Сучата. Вот сучата. Блин, ну сюда же. Почему ты не залазишь? Вот, неужели, ёпарасота. Так. В обе руки. Нет, просто берем. Нужно будет перезарядить его. Полиция, что-то за звуки. Полиция. Ну давай. Полиция упала. Это что за живая сущность? Надо будет это потом закинуть.
Это чей-то живот, смотрите. Отдельное тело, живот. У вас есть такие знакомые, у которых также, ну, живот так же выглядит? Надеюсь, что нет. Две руки. Так, пистолет. Ну давайте, выходите, мрази. Я вам сейчас начикаю. Жопу начикаю сейчас вам. Сейчас я вас всех начикаю. Блять! Нахуй пошел. Сигал начикаю, ты, блядь, лучше не лезь ко мне. Ой, ты один или два это? Почему они сквозь стены ходят? Я понять не могу. О! Как какой-то, не знаю кто. Так, значит, оба входа в одно и то же место, ладно. Проходим дальше. Ладно, хоть тут пока лабиринтов нету, чтобы иначе я тупил опять. Бегал, тупил. Как вы знаете, это мое самое любимое, бегать и тупить. Бегать и тупить. Вот мы сейчас выходим на улицу, сейчас будет приседы FPS. Кстати, это не только у меня так, я убедился. Но приседы в тех моментах, они были у всех, кто записывал, ну, большинства, кто записывал эту игру. На самом деле, шучу. Только у одного человека я смотрел. Ну, как, что и где, и почему. Каска. Куда нам? Что-нибудь есть полезное? Ни хрена там полезного нету. Полезная пила. Да ёпарасота. А чё, куда идти-то? Я вот отсюда если вылез, значит, идти мне надо куда-то в другое место. Куда же идти, собственно, спрашивается. Может быть, где-нибудь есть спуск, который я пропустил? Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Только ты меня не дрюч. Я не так ведь силен и могуч. Ветер, ветер, ты меня не дрюч. Ну, видимо, очевидно, надо сюда спускаться. Бля, нет, не сюда. Мазафака. Чем мы вообще по каким-то подвалам лазим? Что-то через забор перелезть не можешь, что ли? Идиот, что ли? Ты же видишь, кто там в подземельях лазит? Ёпта, все, здесь отсюда выхода нет. Видимо, я правильно иду. Так, сохраняшки. Сохраняшки, сохраняшечки. Чё так присело? Чё, может, до следующей серии тогда? В следующей серии уже куда-нибудь с вами пойдем. Ладно, тогда чё уж. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих сериях. Всем удачи. Всем пока.